вероятность вот этого попадания из-за этой точности уже нет, меньше. Нет, нет такой понятия вероятность попадания. Так, ребят, Дима ушел, посмотрите. Да. Ну что, я на поддержку пойду? Да. Артиллерия? Артиллерия? Так, Бизон, пойдешь. Хит, ты кто? Он слушает. Ему стрим нужен? Не знаю, короче, Санька, берешь на себя пятую-четвертую точку, это налево. Не, можно я в дома пойду? В дома куда, с первой по вторую? Да. Ну иди с первой по вторую. Или на центр, но не на правую. Нет, с первой по вторую. А, так. Быстрее. Денис, будешь со второй, по третью, со второй по третью будешь? Я с третьей. Не, я лучше на край. Кто у нас на общих? Так, на общих. Давайте я. Да ну! Не, нормально. Да не, я покажу эффективность. Не, там порвут тебя сразу. Санчак пусть на общих идет. Угу. Вместе нет, с тобой. Пускай Санчес просто... Сушняк как раз пойдет на его место. Ну, да, хотя вместе нет, с Санчаком идите. Если мы хотим выиграть, в принципе... Там проблемная зона, Санчес. Иди на общий, но тогда вместе с Санчаком на четвертую-пятую точку. Да? Да. Угу. Давай. Так, Рауль, ты... Четвертая-пятая точка, это где? Правый фланг. Рауль, хоть там... Понял. Центр-лефт. Центр-лефт. Point 3 and point 4. This zone. Center left, окей. Left. Я не на ту самую карту сейчас смотрел из-за открытого дискорда. Так, в дома. Блин, мы ж на США. Ну я не гарантирую ничего насчет поддержки. Что-то в прошлый раз не очень зашло. В принципе, да. Ой, блядь, я чуть сейчас сам поддержку не взял. Я молчу. Взял бы. Я на маске. Так, беру хаммер сразу. Так, мне сюда, как я понял, да? Да. Ну, смотри, ты еще Рауля поддерживаешь. Еще Рауля поддерживаешь. Рауль, кес, минус галки. Окей. Куда вот это вот ехать? Мы пытались там, да? Чё, кто говорит? Сунчак сюда едет. Мою магию. План, план где-то не знаю. Бизон. Прикрывай. От кого и от чего? Ты на прямом? Меньше. Я слева. Кто со мной? Я один на общем. Нет, Санчак с тобой. А у меня один чистый. Санчак, ты где? Я. Подъезжай вот давай, быстрее. Санчак, ты один. Я на месте. Вообще никак. На месте. Твою мать. А где на месте-то? Где танк? На танк. Я в танк стреляю. Или в кого? Танк. Санчак, ты где? Ты здесь. Я знаю, вот. Хорошо. Меня останавливают заборы и бесконечные деревни. Ладно, так, на правом фланге все неплохо. Я уничтожил его. Вот, я сейчас вижу, что Санчак поехал, да. Нет, давай добиваем его. Свети его, главное, вот, давай. Ты, блядь, его сам светишь, я не могу даже двигаться. Стой, у меня этот, АГС где-то. Вот пехота вперед. Вот здесь тигр. Ну, ребят, я на центре буду помогать. Добивай. Добиваем его. Я отхожу. У меня АГС бросит. Все, минус два танка справа. Эту хуйню нам поддержать. Вот эту вынеси. Внизу на кис, а может вы попробуете атаковать быстро? Но я бы как артиллерий подолбаю. Мы пехоту только подводим. Пехоту подводи дальше. Мы разъебали их направо. Давай, дымами, пока заходим. Занимаем. Я в центр пока. В центре вторая двойка.
ПВО, кстати, все взяли? Да, хотя бы минимальное. Есть. Авенджер. У меня ПЗРК и Авенджер. У тебя ПТРК сейчас. Долба это там. Вторая двойка. Двойка ушла за дом. Пехоту раз этот, хуярил его, хамам. Дольфин. Тут нет хоста, тут выжить, просто лаги какие-то. Я попробую выжить, что из этого возможно. Из этого типа. Танк, минус танк, уводить надо танка. А сейчас здесь расхуярил. Ты чё, блин, так ты... Авиация всё-таки у них. Авиация, авиация нас бомбит. По пометке. Как я люблю Avenger, который, блядь, начинает агриться на пехоту. А я возьму патриот, пускай. Патриот. Бери на центре там или на левом ставь. Я на правом поставлю. Вводить пехоту раз это хуйня. Центр, левый вертолет. Я подвожу ПВО. Так, я пехоту. Так, вот это было больно, вот это было неприятно. Давай чинить побольше сюда, потому что у нас тут проблемы. Танк у тебя в каком состоянии? Yes. Я в нормальном. Так, иди забрать, выбивай ПТР, блядь, не стой на месте. И танк надо, я и танк, вертушку надо. Это такое хорошее прилетает. Значит, тут просто... Танк пытаюсь забрать. Я пытаюсь, но у меня лаги опять. На ловушку ушли. Они не только у тебя сидят. А, мне выиграли. Ты просто, блядь, не надо брать лагающих с собой, типа Рауля. Он всегда лагает. По пингу особенно. Самолет, вертолет уничтожен. Ну, хорошо. Спасибо. А танк на Птура его ходит на меня. Минус танк. Забрал. Добиваю. Так, ну я набираю ПВО. Блять, блок управления, отвожу чениц. Кто там вертолет улетает, осторожно. Так, что у меня пехоты немного мало. Так, я пехоту сейчас в минах беру 120-й. АГС. Патроны. Беспилотник. Аля, у меня танк минус. Вижу ПТРК. А, нет, танк не минус, там живой еще. Подвожу на центр лево. ПЗРК в этом районе высадились. Да хрен с ним, что они мне сделают? Предупреждаю на будущее. Ага, спасибо. Кто там высадил первый? Танчик минус, как не пыли сейчас танк. Блять, зачем ты стреляешь? Enemy airplane. Yeah. Watch out on your ADAS. It's not for ADAS, it's for howitzer. What was this plane? Сукой. Так, минак направо поставил. Танк, там не задави, блять. Сука. Yeah. Sukhoi 34. Watch out, you're okay, cannot move. Надо дома сжечь, слышишь? Подожди. Где ракету пусти? Да плохо. Еще одну пустили. А не нап? Нет. Вот сюда я подал. I'm sorry that this is too late.
Окей, окей, it's okay. Down anti-radar has anti-radar rocket on No, right. It's not anti-radar. It's No. I mean, he shot anti-radar rocket also on the right side. Yes, yes. Танк увожу. Бля, не едет, сука. Тебя просто глушит. Тихо. Не глушит. Это водителя нету. Бля, куда ты разворачиваешься, пидор? Прикрой. Ага, увожу танк. На ремонт. Понимаю. Все, Бизон. Да еще прикрой, пожалуйста. Сейчас танк отмонтирую. Нет, запрещено. Так, у меня АГС уже подошел. Вот здесь двое. Бомбы направо скинут. Блин, готов. Я пытаюсь туром забрать. Ну, это для российской авиации здесь слишком тяжело. Да. Он отстрелялся сильно и болезнен. Но нет. Мы его снесли. Он даже и не болен. Я не знаю, как слева, но право. На центре сильно пострадал. Так, если у тебя пехотки нету, значит. Так. У меня слишком мало зависит. Вот сейчас возьму. Минак чуть-чуть назад надо бы отвести. Назад? Сейчас веду. Что там происходит на центре-то, ёлки? Тяжело. Какая дрянь? Я сваливаю. Так, не надо назад, да, сразу за дом. Чуть-чуть, не, вот сюда поставь просто, чтобы у него зона обстрела больше была. Да, я дальше. Там он спалился. Вовоз его. Вовоз понял, но у меня нету ракет больше. Как бы придется терпеть. Я просто валю наземную технику. Да, вот положу. Там. Это что такое? Электроник. Sorry. Да, есть. Пехота нам нужна. Взял пехоту. Нет, тут боеприпас. Где мой АГС? Так, мне вынесли АГС, да. What should I get? What should I try to get more? What do you need, Timosh? No, I don't need anything because I'm support. Just damn it. But you're commander, right? No. Oh. Ну ладно, я там. I'm just interpreter. Так, нам надо выбить ГИС. Не, я не могу напасть. Ask commander what he needs. Ребят, что нужно? Где ГИС? Точно. Сместился. Я попробую миномета убить лучше, он за домом стоит в центре. Так, ну, ребят, я пока сижу. Я буду мочить этим. Технику ему буду мочить. Жалко. Минус убийц. Ну, я здесь видно, по крайней мере, на общем не придерживаюсь. Эй, ты меня убил раньше, чем они. Я сижу, и я буду пытаться им выносить авиацию все-таки. Давай. Кабовоз у них, да, значит? Да. Трек сбит у БТР. Минак. Минак, где? Беспилотник. Поставил, точно. UAV. Вторую ставлю. Сейчас беспилотник поставишь. Здесь пулемет надо быть. Не лезь под него. Ты думаю, что тебе. Подожди, блядь! Инак, пожалуйста, блядь, на центре заберите. Пожалуйста, забрали. Первым же выстрелом. Что за кого делать? Дом пытается разрушить. Бля, где мой минак нахуй? Дом разрушили, да? Минак? Это пизда моя минак. Так, Тимош,
С БВМ-кой поможешь? Нет, не помогу. Я работаю по легким целям на правом фланге. Там БМГ-шка вторая у вас. Окей, была. Отлично. Вот сюда еще здесь пехота есть. Нет, там близко слишком свои. Стрелу сейчас туда. Нет, далеко, Тимош. Один. Я же вижу. Так, блин, далеко. Мы за домом находимся. Выбил. Отлично. Ну все, постреляли и хватит. Вот сюда можешь выстрелить, если. UAV, да. Пускай беспилотник. Да нет, там, ну, беспилотник на противника. Вы его снесете? Где? Я не знаю. А, он снесен уже давно. Ладно. Блять, этот автобус, оказывается, пристреливается. Я развернул два комплекса Патриот. У меня есть Паладин. Я сейчас им еду налево. Точнее, на центр. Лево. Нам нужна разведка. Ну... Бери пилотку. Неплохо бы, кстати, разведочку. Так, наш беспилотник летит, да? Да, да. Понял, подъезжаю. Вижу цель вижу для этого. Двигается танк, не получится. Ушел. Для джала, где-то в ПГС? Да, я его попробую. Все, по ТРК самоходный вижу, но далековато. ПЗРКшников много, но... далековато. По танчикам сейчас потихонечку постреляем. Я тоже сейчас пытаюсь забрать на центре танк. Давай аккуратненько, и я по нему постреляю. БМП-3 справа. Нет, я уехал. Попал? Попал? Попасть попал, но у нас... Да, нормально все. Не-не, он сваливает, видимо, у него что-то... Бля, убил его джавичка. Я фугасами пока постреляю по другим целям. Ты справа пока справляешься, Бизон? Да они тут вдвоем сидят. Я вижу трёшку. Далеко. Трёшку не справитесь? Тройки справа. Ладно, сейчас придется. Они двигаются, я их не выбью. Я бы лучше танки на левом фланге бы снес быстренько высокоточками. Да я их выбью, они повреждены. Я знаю, но я все равно лучше их выбью. Так, Кес, к тебе танк, если что, приехал. Нет. Ага, у меня есть твой танк. Так, пускай... А, у меня беспилотник полетает. Так, они свой конкурс завалили. Так, хорошо. Так, пехота нужна. Минус танк налево. Ну, нахуй, у меня справа Бизон подошел, я что. Нет, не минус. Да, сейчас. Все, минус. Бля, своего что убил. Хо-хо, у меня тут торнетов пошло по мне. Так. Вижу, что там. ПТРК много. Да, на центре. Погоди, танк встал. Сейчас я танк еще долбану. А, трешку вижу. Стоит на месте. Да, сейчас да. У меня высокоточка заряжена, сейчас я ее долбану. Уже свожусь. Так, она высаживается. Встала, Бизон, если что. Так, сейчас не надо, что мне тяжело. Трёшка ментнула башню на левом фланге. АГС вижу, работаю. На левом тоже. У нас тут две трёшки, Тимош. Знаю, я пока слева уехал. Справа уехал. Там на левом фланге тоже проблема. Так, у меня беспилотник не летает. Сейчас пехотка приедет, Бизон.
вижу пехоту противника на левом. Не наг тяжелый, легкий уже есть. Авиация, внимание! Enemy guided bomb. I see. Что? Ракета, блядь! Ебаный. Ну я его вижу, сейчас мы его будем перехватывать. Попытаемся хоть. Просто я боюсь, что у него сейчас будет. А, нет, надо трёшки валить там на обязательно. У нас так будет. Я тебя понял, что у него? Кабовоз, да? Да, ну, может быть, ветровоз. Вот она стоит пока, вообще не подвижно. Погоди, по кабовозу идет. По кабовозу промазали. Вторая идет по кабовозу. Я знаю, я сейчас пока занят авиацией. Блять, можно добавить подвижность этим гранатометчиком таким? Так, где там? Я к тому же чуть не приехал. У тебя топлива нет? А, есть. Да, сейчас. Пехоту справа вырезают. Все, вылет. Вылет, да. Я кинул дельфина гранату. Всех вылет, и мы выиграли. Опа, игра закрылась, даже не вылет. А мы выиграли по очкам. У меня тоже вылет, да, надо считать сейчас. У нас 7... Не, может, я взял 104 по РР. Что ты взял? 104 по РР. Взял? И вылет был, да? Так. Ну, я не знаю, в чем проблема. Ты же его много раз брал, или как? Ну... Вот, я попробую здесь. Димка, тук кого-нибудь ошибка. Димка, у меня, короче, ошибка какая-то интересная, я тебе сейчас скину ее. Кого-нибудь вообще.